Люблю тебя, моя королева. Как правило, мошенники – хорошие психологи. Их задача добиться, чтобы жертва перестала рационально оценивать их слова и поступки. Например, спровоцировать у человека чувство вины. Человек общается как-то очень внимательно, вежливо, чутко, а потом резко отстраняется и становится холодным. Вот такие приемы бывают. И это может выбить собеседника из колеи, его обескуражить. Психологи советуют ничего из того, что рассказывает вам новый знакомый, не принимать на веру и внимание к деталям. Рассказывает, какой он замечательный, что у него 10 бизнесов. Дался. Надо было ожидать своего сопротивления. Надо было...